спалось просто супер отлично. Безопасность превыше всего. И начинается внедорожье. Участок, на котором все девочки боятся ехать. Показываю, как надо. Вау, вот это виды открываются. Ну, это третий урок, чтобы еще Всем доброе утро, на часах уже 9 часов 20 минут, что-то около того. Спалось просто супер отлично, я как пришел в номер, как лег, так и вообще не просыпался, ничто мне не мешало, ни музыка, ничего. Хотя я уже не помню, была ли музыка. Завтраки в этом отеле, по-моему, с 7:30 до 10, именно поэтому я проснулся так рано, я бы еще и поспал, но нужно идти и позавтракать. И вот сейчас смотрю я на улицу и просто офигеваю, насколько все классно выглядит, смотрите. Какие яркие цвета, бассейн, море. Единственное, что сегодня какой-то ветерок. Но ветер не холодный, а очень даже приятный. Прибыл я на завтрак. Это то, что я выбрал. Есть омлет, есть просто яйцо жареное, сосисочки, мяско какое-то, сыр, оливки и тосты. Вот как-то так. Думаю, это будет достаточно легкий и в то же время питательный завтрак. Как вода, холодно или тепло? Мне сказали, что тепло. Сегодня немножечко штормит. Но в любом случае надо это сделать. Не зря я все-таки на Морько приехал. Понятно. Надо это сделать просто. И все. Все, поехали. Я бы не сказал, что она очень теплая, но сказали, что вчера было холоднее. Фух, лучше бы я в бассейн пошел. Ну ничего, сейчас расплаваюсь, наверное, будет нормально. Видите, какие волны тут? Ух, можно посерфить немножко. И подняться на море? Да, пока не со дна, с поверхности. Надо продвинуть. Нет, со дна лучше не будем. Ну, знаете, ничего, уже так, уже привык к водичке, можно уже и плавать. Класс! Второй пошел, третий. Они делают вид, что им не холодно. Второй раз уже заходит попозже. Чего? Сафари на квадроциклах. Я катался на квадроциклах всего один раз в жизни в Египте. Мне, в принципе, нравилось, если бы еще была скорость побольше, да, людей поменьше. Но вот сейчас у нас будет людей поменьше насчет скорости, не знаю, мы проверим. Попробуем развить ее, но, конечно, понимаем, что туристические катания не подразумевают такого уж экстрима, чтобы никто не убился. В общем, вот квадроциклики разного цвета. Тебе какой цвет нравится, Игорь? Красный, агрессивный, желтый, да? Я думаю, мы должны все желто-синие взять квадроциклы. Циклы через один. Да. Но мне очень нравится то, что мы будем кататься не просто по какой-то пустыне, а вот по такой горной местности, по таким горным бездорожью. Это должно быть очень интересно. Ты каталась когда-нибудь на квадроциклах? Нет? Боишься? Нет. Водишь машину? Забудь все, что ты знала о вождении машины. Безопасность превыше всего. Нас облечили вот в такие громадные шлемы. И мы готовы к выезду. Ну что, друзья, мы начинаем КВН. Ох. Пам-пам-пам-пам. Мой квадрик работает. Нам дали такие желтые большие, побольше, чем у женщин. Но пока я даже на газ не нажимаю. Покатимся с горочки.
О, это интересно, реально. По бездорожью это намного интереснее, чем по ровненькой пустыне. Главное действительно следить за тормозами, чтобы не въехать кому-нибудь в задок. Так, там у нас уже кто-то заглох. А нет, просто в кювет выехала. Воу, да, тут надо держать руль крепко. Вот так вот мы и катаемся. Ну, это еще, я так понимаю, тренировочный круг. Тренировочный круг закончился. Теперь мы отправляемся по маршруту. О, вот это вот хайвей. Да, конечно, по таким дорожкам ездить одно удовольствие. Можно даже на газ не жать, просто с горочки катиться. А вот и съезжаем с асфальта, и начинается внедорожье. Участок, на котором все девочки боятся ехать. И тащатся медленно-медленно. Ну, показываю, как надо. Заглохло. Так. Ура! Наконец-то минус один сдерживающий элемент.
виды открываются. Красотища. Что с руками? Ой, как хорошо. Фух. Это было unbelievable. Yes? Are you agree with me? У тебя что, нет слов? Почему ты молчишь? Потому что у него уши. Уши заложила. Ну как впечатление? Я устала. Устала? Никто не говорил, что будет легко. Но day and night. Что там? Авария? Нет. Надо третью руку, чтобы еще тормозить. Все, одну руку, да. Держать. Ну как впечатление? Огонь. На самом деле безумно болит. Если бы еще поскорее, да? Поскорее, да. Уже. Ну на самом деле, что они что едут. Да. Очень-очень понравилось мне. Я могу сейчас на данный момент уже сказать, что квадроцикл сафари мне здесь, в Турции, понравилось больше, чем в Египте, чем ездить по пустыне, по довольно ровной местности. Тут по горам, по вот этому внедорожью, это просто супер. И посмотрите, какие виды здесь открываются. Очень круто. Ну что, по коням. Давай, жеребец, ты меня еще ни разу не подвел в этой поездке. Все, вот мы и приехали на базу. Было хорошо. Ну, а теперь какие у вас впечатления? Супер, а у вас? После спуска. Ага.
Шурник. Пока. А вы? В общем, накатались. Мы не знаю сколько, нам сказали, что это будет около 1.5 часа занимать. Наверное, где-то так и было, но время пролетает незаметно, очень быстро. Я бы еще катнул, да? Или тебе хватило? Еще бы часик, можно было бы спокойно. Спасибо за просмотр. Если вам понравилось, не забудьте поставить лайк и оставить комментарий. Буду рад, если вы поделитесь этим видео со своими друзьями. Также смотрите другие видео на моем канале. И, конечно же, подписывайтесь на канал о жизни и путешествиях. До встречи!